Лето 2020 года не преподносило серьезных сюрпризов. Июнь и июль оказались в пределах нормы, где аномалия составила всего пару градусов, а август и начало августа оказались ниже нормы. Нынешняя ситуация обусловлена тем, что на нас оказывает влияние циклон, который сейчас смещается в восточном направлении. Именно он обеспечивал на этой неделе заток холодного воздуха с Арктики. Благодаря ему сформировался вот такой, как часто называют, мешок холода, которая также сейчас покидает нашу территорию. В целом же, по предварительным прогнозам, в ближайшее время погода будет благоприятная, но не по-летнему теплая. С нашей территории циклон выдавливается антициклоном, который приходит к нам с севера-запада, и в ближайшие дни давление будет повышаться, осадки прекратятся, фон температур также повысится, в то же время станет более заметным суточный ход, то есть если дневные температуры повысятся на 2-3 градуса, то ночные температуры останутся достаточно низкими в силу выхолаживания радиационного, которое происходит при антициклональной погоде. По прогнозу Гидрометцентра Российской Федерации, сентябрь обещает быть в пределах нормы, около 12 градусов Цельсия. Лилия Талипова, Ленар Тавлетьяров, Универньюз.